Сегодня свой замечательный юбилей, 95-летие со дня рождения, отметил всеми уважаемый ветеран войны и труда Владимир Никитович Радченко. Поздравить ветерана с такой красивой датой по традиции приехали глава Кашхабского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и глава Вольнинского сельского поселения Мурат Хагуров. Юбиляру были вручены поздравительные письма от президента Российской Федерации, главы Республики Адыгея и ценный подарок от администрации района. Здоровья, счастья, благополучия. Мы вас очень любим, ценим, уважаем. Чтобы вы много-много лет еще радовали нас. Чтобы у нас была возможность приехать сюда на столетие. Восьмиклассников совсем еще мальчишкой Владимир Никитович встретил Великую Отечественную войну. В апреле 43-го года он вместе с товарищами ушел на фронт, попал в войска ПВО. Его война началась с обороны Сталинграда. В конце 44-го года их часть перебросили в город Мурманск, где он и встретил долгожданную победу. 20 лет Владимир Никитович посвятил воспитанию юного поколения. Прошел путь от учителя физической культуры, затем учителя немецкого языка до директора школы. В 1980 году Владимир Никитович Радченко был избран на должность председателя Вольнинского сельского округа. В 1986 году ветеран ушел на заслуженный отдых. Вся жизнь Владимира Никитовича Радченко – достойный пример для подрастающего поколения.